Если вам хочется выглядеть как первая леди, чувствовать себя так же, тогда ваш выбор – это жакет, который выбираю для себя сегодня я. Жакет, выполненный из дорогого жаккарда, из роскошнейшего материала, в котором вы действительно будете и выглядеть, и ощущать себя как первая леди. Ну, жакет первая леди, цветочная ночь прямо сейчас в прямом эфире в размерах от 50 до 60 по цене, которая действует только в течение сегодняшнего дня. 3999 рублей, и у нас еще есть расцветки на выбор. Три цвета на выбор нашего специального, самого выгодного предложения на сегодня. Мы с вами сейчас рассматриваем цвет, который называется лайм. Ориентируемся с вами именно по цвету рисунка. В данном жакете, поскольку основа везде темно-синяя, я выбираю для себя сегодня голубой цвет, достаточно яркий получается, несмотря на то, что выполнен на единой цветовой гамме. Ну а у нас есть еще один потрясающий совершенно цвет бордо. Итак, три цвета на выбор сегодня. Ну, а в чем вы будете встречать весну или лето? Потому что, Лер, мне кажется, что жакет «Цветочная ночь» можно носить и летом, как летнее пальто. Ты совершенно права, эта вещь абсолютно универсальная. Кстати, знаменитые женщины, о которых мы говорим, первые леди, именно так и поступают. Носят его как жакет весной, осенью, конечно же, зимой под верхней одеждой, ну, а летом он послужит вам действительно легким пальто. Жакет, который будет служить вам круглый год. Сегодня он представлен по специальной цене, которая действует только сегодня. 3999 рублей. Дозванивайтесь и оформляйте свои заказы. Лер, подскажи, с чем можно сочетать этот жакет? Конечно, отличный ансамбль получается с брюками. Тем более, что наши брюки Фредерико выполнены также из объемного интересного материала. Получается законченный комплект. Но такой жакет легко можно сочетать с юбкой-карандаш, так, с платьем-футляр. И даже я сегодня утром примеряла его с джинсами-клеш. Получился прекрасный ансамбль. То есть это универсальный жакет, который сегодня вы забираете по специальной цене. Но знаешь, Лер, я, как любая женщина, конечно, в первую очередь смотрю на красоту, на яркие цветочные принты, но все равно обращаю внимание и на качество. Давай поговорим о нем. Давай, конечно же. Причем вот именно с принта как раз, Лен, и начнем. Потому что это не краска, посмотрите, так, это нить, это жаккардовое настоящее плетение, то есть и лаймовый, и вот этот синий яркий, и темно-синий, это все отдельные переплетения. Посмотрите на эти объемные цветы, они словно вышиты на этой ткани. Вы получаете непередаваемую роскошь, вы получаете статус вместе с этой вещью. А сколько стоит ваш статус на сегодня? Забирайте жакет «Цветочная ночь» прямо сейчас, пока еще есть размеры на ваш выбор, и цена действует только в рамках сегодняшнего дня, потому что это специальное предложение дня. 3999 рублей, ваша скидка в 2000 рублей остается в вашем семейном бюджете. Самое главное, прямо сейчас дозвониться. Ну, давай поговорим о швах, как сделаны пуговицы, крепеж. Давай, ты знаешь, вот что мне очень нравится здесь, в первую очередь, это наличие подклада. Все-таки мы действительно говорим с тобой о том, что можно носить как легкое пальто летом, в том числе подклад здесь полноценный, по рукаву, в том числе внутри, что важно. Поэтому, кстати, подклад всегда, вот на мой взгляд, еще и о статусе говорит. Конечно. Да, все-таки производитель, да, тратит силы, тратит ресурсы на то, чтобы создать такую вещь. Дальше это супатная застежка. Супатная — это скрытая застежка. Видите, петли прорезаны по внутренней планочке, ну а снаружи ничего не портит наш с вами внешний вид. Прекрасно, но я заметила еще одну вещь, это, во-первых, брошь. Да, здесь действительно такая декоративная пуговица поверху, которая вполне заменит брошь. Это настоящий аксессуар. Посмотрите, вот такой переливается. Ну, а я заметила еще и рядом, это значок бренда Благов. Сегодня бренд Благов дарит нам весеннее предложение, в котором вы точно не останетесь незамеченной. Ну и посмотрите, как с юбкой великолепно смотрится наш жакет. Совершенно потрясающе, о чем я и говорила. Юбка, кстати, называется Эстелия. Ну, а
блуза. Наша Ксения использует кружевную. Здесь внутрь тоже, кстати, отличное сочетание кружева и жаккарда. Вообще, дорогие материалы всегда отлично сочетаются между собой. Вот я хочу сейчас сказать, если вы цените дорогие ткани, образы первой леди, и вообще хотите стать самой-самой эксклюзивной женщиной вашего города, забирайте жакет «Цветочная ночь» прямо сейчас. Цена действует всего лишь некоторое время. 3999 рублей, звонок абсолютно бесплатный. Сейчас вы заказываете свой жакет, а оплачиваете только при получении. Ну вот, все три цвета сейчас перед вами на подиуме и три варианта носки этого жакета. Мы с вами уже убедились, что внутри у нас подкладник, он очень комфортный. Поэтому совершенно легко я, например, могу позволить носить его себе как застегнутый жакет, просто на белье, сочетая с брюками. Вы можете носить его также, ну, либо добавить в комплект брюки, юбку или платье. Отличная длина жакета, посмотрите, чуть выше колена, позволяет его сочетать совершенно с разными образами. Например, вариант на нашей Ксении с юбкой. Чуть-чуть выглядывает юбка из-под жакета, что создает правильную гармонию и баланс фигуры. Наша Оленька носит его, надевая с блузой, и это вам подсказка, как выбрать цвет блузы. Выбирайте любой из цветов, которые есть на жакете, и подбирайте блузу тон в тон. Вот они, тщательно подобранные образы от наших стилистов. Успейте забрать свой размер. Ну, Лер, у нас размерная линейка до 60-го. Как подобрать размер? Вообще, я рекомендую этот жакет выбрать для себя размер в размер, но может так случиться, что размеры будут заканчиваться. Или, например, вы, как наша Ксения, носите 48-й, но у вас достаточно пышная грудь. Ксюшенька выбрала для себя 50-й, и я тоже. Поэтому, как видите, жакет действительно отлично садится по фигуре, причем, что важно, 50-й у меня по бедрам, но, видите, остается свобода. Жакет все-таки статусная вещь, не должен перетягивать. Ну и, конечно же, жаккард не терпит такой, знаете, плотности посадки. Жаккард ткань роскошная, поэтому, вот как мы говорим, стилисты, должен быть воздух между телом и вещью. Ну вот прям такая, Лер, ткань для действительно первых леди, да? Вот если вы хотите быть первой леди, то этот жакет «Цветочная ночь» именно для вас. Успейте дозвониться, ведь цена действует только сегодня. Ваша скидка остается в вашем семейном бюджете. 2000 рублей остается у вас, и цена только сегодня 3999 рублей. Вот он, ваш статусный образ первой леди. Лер, ну, жаккард, ткань дорогущая. Как ее будем стирать? Можно стирать жаккард, единственное, только в ручном режиме, для того, чтобы не испортить фактуру, не испортить, конечно же, форму. В холодной воде в ручном режиме, вообще-то, знаешь, жаккард не потребует какой-то вот сложной стирки, а с обычным моющим средством. Вот легко стирать, легко выбрать размер и легко дозвониться и оформить заказ. Причем у вас еще будет 15 дней на раздумье, вы можете просмотреть, приглядеться и, если что, обменять. Звонок абсолютно бесплатный, дозванивайтесь прямо сейчас. Скидка 2000 рублей на жакет «Цветочная ночь».